Океан Эльзы играет немножко по-другому, чем предлагаю вам его играть я. Почему? Потому что у них целая группа есть, которая играет. То есть ударный инструмент, минимум две гитары, плюс барабаны, две гитары, бас и клавиши. У нас есть только одна гитара, поэтому если мы один в один сыграем их перебор, будет немножко скучно. Поэтому я добавила немножко бас. Сейчас покажу. Вот тут сейчас пока барабанов нет, но все равно есть клавиши и есть бас. Вот, я предлагаю играть так. То есть у него очень красивый перебор гитарный. Даже само по себе так звучит очень красиво. Я предлагаю вам для того, чтобы было удобнее еще петь, для того, чтобы немножко кач появился, я предлагаю добавить еще один бас. Вот так вот. Мне кажется, очень красиво. Сначала мы разберем аккорды. Аккорды тут. Это АМ, ля минор. Следующий аккорд это ЕМ, ми минор. Следующий аккорд F7. И опять ЕМ, ми минор. Вот. Кстати, в ля миноре, для тех, кто не знает, открытая первая струна первым пальчиком, вторая струна первый лад, третья струна третьим пальцем второй лад. И четвертая струна тоже второй лад. И пятая струна открытая. Ля минор или АМ. Теперь мы вот эти вот два пальчика, этот убираем, первый палец, а вот эти просто переставляем на этаж наверх. Вот так. И здесь мы играем бас, шестая струна еще раз. У нас правая рука также остается, пальцы у нас остаются на четвертой, третьей и второй струне. И рисунок у нас остается тот же самый. То есть, объясняю медленно. Шестая струна, четвертая, третья, вторая, пауза, третья, четвертая, первая, сразу бас и повторяем. Четвертая, третья, вторая, пауза, третья, четвертая, пауза. Со счетом. И, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Еще раз медленно. И, раз, и, два, три и четыре и раз и два и три и четыре и. Теперь мы соединим эти два аккорда АМ ля минор и ЕМ ми минор. И раз и два и три и четыре и раз. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и. Теперь меняем аккорд на F. Это получается у нас шестая струна первый лад. Нам тут не нужен барре, так что сыграет каждый. Шестая первый, четвертая третий, третья второй, вторая первый лад и первая струна открытая. И ритм у нас остается точно такой же. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Еще раз медленно. И, раз, и, два, и, три, и,
четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. Вы заметили, что на три мы вообще не играем. После аккорда F мы опять играем ЕМ, ми минор. Раз. Этот аккорд вы уже знаете, то же самое. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. Это уже у нас разобралась половина куплета. Сейчас мы ее сыграем очень медленно и потом немножко быстрее. Четыре, и. Раз, и два, и три. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Поменяли на ми минор. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Поменяли. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Сейчас мы еще раз повторим все аккорды и потом повторим перебор. Аккорды у нас ля минор АМ на два такта. Два раза считаем до четырех И. Потом у нас ЕМ тоже два раза. Потом ЕМ ми минор. Потом у нас F вот такой вот. F7 фа септаккорд. Да. И потом ми минор ЕМ. Повторяется. Это у нас половина куплета. И вторая половина, она точно такая же, за исключением последнего такта. Вместо ми минора мы там играем ми задержанный, сус 4 называется это. И потом ми мажор, е, просто е аккорд. То есть е сус 4 и е. Итак, начинаем мы вторую половину куплета. АМ ля минор, ЕМ ми минор, F на 7, фа септаккорд, и потом Е сус 4, задержанный ми мажорный аккорд, ну или ми задержанный аккорд, и ми мажор. То есть у нас куплет состоит из двух частей. Первая часть — 4 аккорда, и вторая часть — 4 аккорда. Первая часть — АМ, ЕМ, F, ЕМ. Вторая часть — АМ, ЕМ, F. И потом полтакта Е задержанный, ми, задержанный ми, и ми мажор Е. И к нему добавляем перебор, который все время остается одним и тем же. Просто сейчас на открытых струнах повторим перебор. Он состоит у нас на каждый аккорд из двух тактов. Раз, и мы просто на открытых струнах сыграем, и мы играем бас, шестая струна, просто для тренировки. И вот эти три пальчика на четвертой, третьей, второй струнах, и первая играется тоже всегда. Итак, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и все. То есть очень просто, быстро так звучит. Красиво. И теперь мы подставляем аккорды, которые мы уже выучили. АМ. Давайте ритм мы потом посмотрим. Хорошо, сначала какие струны мы щипаем. Мы ставим наши три пальчика вот эти на четвертую, третью и вторую струны
вот так, и у нас бас стоит на пятой струне. Получается, вот мы играем просто все подряд. Раз, пятая, четвертая, третья, вторая. Сыграли. Все вниз, и потом после паузы играем наверх. Получается, раз, и два, и три, и четыре, и. То есть у нас получается на четыре и мы ничего не играем, и раз, и два, и на три тоже ничего не играем. Та-та-та-там, та-там, та-та-та-там, та-там. Вот этот вот ритм очень важен. Получается, медленно играем. Раз, и два, и три, и четыре. И четыре мы играем просто назад. То есть, если мы бы играли без паузы, у нас получился бы просто перебор, как буль-буль-карасики. Вот такой вот. И обратно. То есть, пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая. Но мы делаем паузы после второй струны и после последней ноты на четвертой струне. Еще раз повторим этот перебор. Четыре и. Раз и. Два и. Три и. Четыре и. Вот эта половина у нас. Ритм перебора. Он не такой простой, но мы справимся. Этот перебор, он как бы на два такта растягивается, если мы считаем каждую ноту по отдельности. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Медленно. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Играем сначала вниз, перебор вниз. Пятая, четвертая, третья, вторая струна, пауза и назад. Третья, четвертая и первая. Это у нас как бы мелодия получается. После этого играем бас сразу, опять пятая струна. И то же самое еще раз. Четвертая, третья, вторая струна, пауза и назад. Третья, четвертая, пауза получается. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и играем. Раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и. Если быстро, то получится у нас такая мелодия. То есть тут вся песня заключается вот именно в том, что вот эта вот мелодия накладывается на аккомпанемент. Я знаю, что это не так просто, но, в принципе, если вы один раз поймете, то будет очень просто. Итак, получается, мы сначала играем пятая, четвертая, третья, вторая струна, пауза, назад, третья, четвертая, сразу первая струна и еще раз бас на раз. И повторяем то же самое. Пятая бас, четвертая, вторая, третья, пауза, третья, четвертая и пауза. Со счетом.
Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и. После того, как мы этот весь рисунок сыграли, мы меняем аккорд с АМ, ля минора, на ЕМ, ми минор. Немножко побыстрее я сейчас сыграю, как это будет звучать. И... Сейчас мы посмотрим окончание. Раз, и два, и три, и четыре, и. И потом пауза на целый такт. Раз, и два, и три, и четыре, и. Вы, наверное, заметили, что я иногда играю бас. Второй бас в аккорде иногда не играю. То есть, когда я пою, то, конечно, намного удобнее, когда этот бас играется. Если поет кто-то другой, я аккомпанирую, то иногда вы можете его как бы не играть, но, в принципе, больше драйва получается, если играть. Такой потерянный ритм получается. А если с ним, то получается такой... Вы всегда знаете, где первая доля. Раз. Раз. Надеюсь, что вы медленно посмотрите несколько раз то, как играть куплет. И я думаю, что вопросов не останется.